Добрый день! Меня зовут Анна, и мы продолжаем знакомиться с брендом Alain Bray и его мужской серией Lhomme. Кстати, интересный факт. Все ароматы бренда были навеяны впечатлениями от путешествий по разным уголкам Земли. И именно серия Lhomme ярче всего передает своим дизайном эту концепцию. Итак, предлагаю остановиться на Lhomme Seduction. На мой взгляд, это самый запоминающийся аромат в серии. Такой спокойный, но при этом невероятно манящий. Еще при создании аромата парфюмер говорил: чистота, ненавязчивое сплетение древесных и фруктовых аккордов, этот шедевр мужской парфюмерии уже успел найти своих ярых поклонников. Lhomme Seduction – это слегка пряная и пьянящая своими пикантными нотками композиция. Аромат специально для смелых и харизматичных мужчин. Аромат открывается яркими, пикантными и свежими нотами бергамота и черной смородины. Кардамон и жасмин в сердце оттенены мягким древесным шлейфом с нотами дубового мха, кедра и мускуса. Запоминайте идеальный подарок для своего мужчины.